Гости, угощайтесь, пожалуйста, шишечками. Мы с Байкала приехали, с Сибири. Сами все производим, делаем. Ух ты! Как вам по такой сразу яркий вкус. Очень вкусно. Чувствуете такое вот смоленисто-хвойное послевкусие? Да-да-да. Это вот как раз живица. Она очень полезна для горла, для бронх. То есть, если вдруг кашель, першение, очень хорошо помогает. А что у вас еще такого интересного? Стоит посмотреть альтернативу в виде соснового варенья. Это байкальский рецептик, то есть попробовать. Варенье из сосновых шишек, то есть изначально варится более 20 часов. Это все у нас ручная работа, все сами мы собираем, варим. Вот, также смешиваем с орешками, есть микс, есть шишечка и орешек кедровый. Тоже довольно-таки интересно. Плюс сиропчик можно куда-нибудь добавить в кофе, выпечку можно, например, сырники, творожок. Также от кашля очень полезен. Например, 2-3 ложечки сиропа или 2-3 шишечки, и будет кашель отступать. А вот это что такое у вас? Дух Байкала. Потрясающая вещь, это вообще эфирное масло пихты. Я вам даже дам попробовать. Это очень стоит того. Подставьте вот так вот ладонь. Вот так? Да. Вот, теперь разотрите до теплоты. Составьте ладошки лодочкой и вдохните полной грудью. Чувствуете? Это вот очень такой вот насыщенный именно идет масла пихты. Они хорошо проникают в легкие и помогают как раз при респираторных заболеваниях, для общего оздоровления. Отличная вещь для профилактики осенью. Хорошо, я тогда возьму эссенцию и шишечки возьму, маленькую пачечку. А травку знаете нашу байкальскую? Саган-даля называется. Слышали о такой? Да, я, честно, даже никогда не слышал про это. Это саган-даля. Она бодрит, тонизирует, энергию придает. Вот можете попробовать ее на запах. То есть ее хорошо заваривать по утрам. 1-2 листика на стакан напитка. И тогда будет заряд бодрости и энергии на весь день. Бодрит, то есть, а в нем содержится кофеин или нет? Или это... Это прям природный энергетик. Омолаживает организм, клетки. Так что... Ну, я пока еще молодой, поэтому не надо. Лучше заваривать по утрам. В первой половине дня. С ней главное не переборщить, то есть вот. Лучше 2-3 листика на стаканчик. И также не рекомендуется пожилым, беременным и детям до 12 лет. Я тогда возьму, у вас вот я вижу, здесь есть. Да, там 30 грамм получается. О, 30 грамм. Ну да. Вот, отлично. Надолго хватит вам. Ага, спасибо. Сагандалю, значит, шишечки. Шишечки, да, вот возьму. И эссенцию. Пожалуйста. Все, спасибо дня. Большое. Приходите. Спасибо. Спасибо. Очень было интересно и очень было полезно и вкусно. Счастливо. Мы не только нашли нужные ингредиенты, но и почувствовали атмосферу Японии на фестивальной площадке. Идем готовить.